На кадрах видеоролика, с которого началось мероприятие, было наглядно продемонстрировано, что вклад работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания населения в социально-экономическое развитие нашего города огромен. Конечно же, все преобразования, которые происходят в этих отраслях, невозможны без живого участия и заинтересованности в конечном результате сотрудников. Профессиональный праздник – как раз повод принять в свой адрес поздравления и выслушать слова благодарности. Самое сложное, наверное, у вас – это работа непосредственно с потребителем. С человеком, который всегда недоволен, всегда критикует. Однако вы всегда с доблестью справляетесь с поставленными задачами и благодаря высокому профессионализму, а иногда в ряде случаев авторитету, решаете все сложные, трудные, поставленные цели. Сегодня хочется с особой благодарностью сказать вам большое спасибо за тот труд, который вы делаете. Обращаясь к сидящим в зале, представители руководства городской администрации отметили, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из главных сфер жизнедеятельности Уварова, где за последние годы реализованы десятки масштабных проектов, проведена мощнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. С каждым годом выходит на более высокий уровень и рынок бытовых услуг. За всем этим стоит нелегкий труд работников предприятий, требующий огромной ответственности и терпения. Почетными грамотами и благодарственными письмами областного и городского уровней были награждены лучшие представители жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В их числе представители городского хозяйства и благоустройства, Тамбовской сетевой компании ЖЭКа, управляющих компаний, а также предприниматели. Особая благодарность прозвучала в адрес ветеранов. В этот день работникам таких непростых, важных и всеохватывающих сфер было сказано много слов пожеланий успехов в решении сложных отраслевых задач, достойных результатов, оптимизма и новых трудовых свершений. Подарком для всех присутствующих стало выступление творческих коллективов города и артистов из областного центра. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».